Друзья, всем привет! С вами я, Чайковская Екатерина. И я вам расскажу про 7 полезных лайфхаков для Adobe Illustrator. Лайфхак номер 3. Нужен текст в кривых. Если вы работаете с текстом в Adobe Illustrator, то текст создается отдельным текстовым файлом, в котором он записан. Если же вы хотите отдать документ в печать, или чтобы ваш документ имел сохранный вид при передаче его другому человеку, вам нужно перевести текст в кривые, то есть сделать их векторными объектами с задающимися математическими формулами. Когда вы просто так с ним работаете, то он у вас является текстовым файлом. Как же это сделать? В программе есть очень удобная функция. Текст, верхнее меню. Преобразовать текст в кривые. Либо сочетание клавиш Shift, Ctrl плюс O. И ваш текст становится кривым. Вы можете его разгруппировать. И теперь каждая буква – это у вас векторный объект. Не забывайте, что после того, как вы перевели текст в кривые, далее редактировать как текст, вы его больше не сможете. Также, если вы хотите передать ваш текст другому человеку с возможностью редактирования, передавайте текст и дополнительный файлик того, где записан ваш шрифт.